28 февраля 2018 года. ЖК Волга Лайф, входная группа. Первый дом готов. Третий дом. Осталось всего несколько этажей. Второй дом уже наполовину зашит. Устроена они как дренажную систему строят или канализацию локальную. Труба вагонзавода. Один из способов перейти дренажный ручей. Можно, конечно, обойти вокруг и сразу выйти пешеходную тропинку, опущенную камнем. Вот я пробрался таким образом. Котельная уже готова. Находится рядом со вторым домом. Сейчас где-то минус 20, очень сильный ветер. Но все равно какие-то работы происходят. Лёвка движется. Несмотря на холода, шикарнейшая и огромная детская площадка построена перед этим жилым комплексом. Вот там вот железнодорожный мост через Волгу. Может быть, когда-нибудь там будет построен западный мост. Набережная на самом конце фонаря. По вечерам, по ночам они горят. Не один дом не стал, но уже год горят эти фонари. Какой вот шикарный корабль на детской площадке. Идет сборка как минимум двух кранов для строительства следующего дома. Несмотря на мороз, работают. Несмотря на сильный ветер. Вот общая панорама на 28 февраля. Я вижу две кабины, которые там собирают. Может быть, больше. Привезли вот такую огромную кучу. То ли это земля с участка, которую сейчас вот вторую очередь расчищают, то ли это действительно торф чернозема какой-то с полей. То есть весной будут территорию благоустраивать, засаживать. Общий вид берега Волги. Стоит КамАЗ, разгружает грунт. Замерзший грунт лопатами счищает. Вот вся территория когда-нибудь будет полностью застроена